Всем доброго времени суток, с вами Алексей, мы продолжаем играть в Planet Base на ледяной планете. Ну и с прошлой части за кадром я довольно плодотворно видоизменил базу. Тут имеются перемены, сейчас я о них расскажу. Во-первых, вот эти вот все объекты мелкие я старался поменять на большие. Вот аккумуляторы у нас сейчас стоят только большие. Два штуки вместо тех трех, двух мелких и одного среднего. Ну и ветряк мелкий с мелкой солнечной панелью я перенес сюда пока временно, чтобы освободить тут место. Вот, также немножко видоизменил вход. Теперь тут у нас пункт охраны, контрольный центр находится. Ну и шлюз пришлось построить вот здесь. Плюс ко всему, я увеличил лабораторию, она теперь не мелкая у нас, она теперь большая, но подключал я вот питание ввиду того, что пока что это не нужно нам. Вот. И случилось примерно то же самое, что случилось у нас на Красной планете. У нас вот в эту гидропонную ферму попал метеорит и убил одного биолога. Теперь у нас биолог остался один. Один медик, два инженера и два рабочих. Робот гавкнулся у нас. Отслужил, как говорится, свое. Ну и пришли мы примерно к тому же, с чего начинали там. Но, в отличие от той ситуации, здесь у нас хотя бы кое-что есть. И сейчас, пока есть металл у нас, я предлагаю построить посадочную площадку. Так, 4 металла она требует. Ну и... Так, место бы освободить сначала. 4 металла требует, пока она есть, нужно ее строить. Потому как нам сейчас нужно будет срочно звать колонистов. В частности, биологов. Без биологов вы сами знаете, что может произойти. Так. Так, что, больше не освободится? Так, судя по всему, больше не освободится. Хорошо. Так, ну вот здесь оно только становится. Ставим. Ставим посадочную площадку. Так, вот этот вот лазарет я тоже планирую перенести. Вот это все здесь уберется со временем. И здесь парочку шахт построить, чтобы шахты у нас были более-менее в одном месте. Вот, и вместо этого лазарета, возможно, у нас будет шлюз. Вот такой же. Так, сюда я планирую развивать все энергоснабжающие, ресурсоснабжающие установки. Ну, а вот сюда у нас будет развиваться сама база, сама колония. Так, носят у нас металл. Давайте ускорим этот процесс, чтобы построилась у нас площадка. Так, все, все ресурсы, да? Все, все ресурсы принесены. Можем включать вот эту фабрику. Я ее специально отключал для того, чтобы металл сюда не тырили на запчасти. Ну и как вы видите, Хоттабыч наш опять матерится, что не хватает запчастей. Ну вот да, мелкий вентилятор у нас в плачевном состоянии, но я особо о нем не переживаю, он все равно будет убираться, потому как вот здесь вот я планирую поставить большой. Вот эту спальню также надо будет перенести. Заводик тоже перенести. Естественно, все укрупнять. Вот. Так, это у нас фабрика средняя. Получается. Мелкой у нас нету, да? Да, мелкой у нас нету. У нас либо средняя, либо большая. Понятно. Так, ну и площадка построена.
Смотрим, что у нас. Колонисты. Так, нет, нам инженеры эти не нужны. Весь упор на биологов. Весь упор на биологов. Ну и 10% рабочих. Рабочие тоже нужны. Но не в первую очередь. В первую очередь, конечно же, нужны биологи. Так, ну и они к нам, естественно, пока, наверное, не прилетят. Престиж у нас 21 всего-навсего. Так, ну еда. Еда убывает со страшной силой. Благо, у нас работают производства пластика. Вот. И, надеюсь, торговцы тоже не забудут про нас. Так. Ну вот один биолог, единственный. Рамона Пиман. Но не справляется она. Явно не справляется. Потому как парочку стоек она восстановит, тут же жрать захочет, тут же спать захочет. И пока она все это делает, они опять приходят в плачевное состояние. Так, медик пускай занимается производством лекарств. Поубавилось у нас, было 12, но в шахте рабочие взяли за привычку ломать себе кости. Вот, как-то так. Так. Да, еда, конечно, оставляет желать лучшего. Но выбирались мы с вами еще не с таких передряг. Так что остается пока что только ждать. Авось кто-нибудь и прилетит. Так, вот о чем я и говорил, собственно говоря. Вот она привела немножко. Так, кто-то прилетел. Биолог. Отлично. Отлично. Все уже легче будет. МРЮ. Интересное имя. Биолог. Все. Популяцию геологов. Биологов мы вроде как восстановили первоначальную. Так, ну и сразу же за работу. Правильно, молодец. Пока что только один. Ну, и на том спасибо, как говорится. Все-таки 8 единиц еды, они улетят, наверное, довольно быстро. Так, что ты там копаешься так медленно? А когда у нас состояние очень плохое, мы знаем, что у нас стойки не производят продукцию. Так, вот когда плохое еще кое-как двигается, вот... Когда очень плохое, они замирают, впадают, так сказать, в спячку. Так. Ну и еще. Ускорим времечко. Так, ну до более-менее производительного уровня вроде как восстанавливает. Так, а второй биолог у нас, ага, тоже работает, хорошо. Это хорошо. Так, запчасти по чуть-чуть появляются, восстанавливают наши ресурсообеспечивающие аппараты. Так, еще кто-то. Экспансия достигнут. Ну-ка посмотрим. Вы пригласили новых колонистов на вашу базу? Да, действительно. Ну, спасибо, что напомнили. Ачивочку дали. Так, прилетел к нам еще биолог. Хорошо. И еще биолог. Прекрасно.
Прекрасно. Так, теперь мы сделаем упор все-таки на рабочих. Пускай будут 50 на 50. Вот так вот. Так, престиж у нас по чуть-чуть совсем поднимается. Так, вот с энергией напряг. Ну да, ветра нету, запчасти закончились. Так, а что у нас биологи? Нет, работают. Работают. Отлично. Сейчас хоть еда немножко начнет прибавляться. А то совсем уж все плохо было. Так, вот с энергией. Энергия падает, да? Не хватает этих мелких панелей. Ну, в комментариях вот мне, кстати, писали, что зря ты ставишь все мелкое. Они требуют много запчастей, мало с них толку. Да, я с этим согласен. Но на начальном этапе, я думаю, если ставить все крупное, то у нас на крупные элементы уйдет очень много ресурсов, и не останется ресурсов для того, чтобы построить другие производства для самообеспечения. Поэтому приходится ставить вот так вот все мелкое. Но со временем вот преобразуем мы в более крупное, так сказать. Так, хранилище я тоже поставил уже большое. Мелкое-то убрал. Так, ну и надо будет сейчас сюда либо ветряк, либо большую панель ставить. Тоже все. Побольше такое. Так, опять закончились запчасти. Куда вы их деваете? Вот, ничего не отремонтировано. Так, ну этот ладно. Этот ладно. Так. Лаборатория у нас потребляет. Пока вырубим. Так, здесь что, кто будет работать? Нет, металла нету. Пока, значит, тоже вырубим. Чтобы зря энергии у нас не лопало. Так, вот водный экстрактор бы надо поставить. Постоянно он из запасов хранилища у нас вода расходуется. Так. Так, а что с кислородом? Кислорода пока хватает. Так, аккумуляторы тоже то заряжаются, то разряжаются. Так, производство работает. Ну, рабочих, конечно, рабочих не хватает. Потому как два рабочих всего, они просто разрываются вот между двумя станками, шахтой. Потом кому что подай, принеси. Вот, ну, в первую очередь, как я сказал, нам нужны были биологи. Вот они, смотрите, наладили немножечко производство еды. Так, здесь у нас кто прибыл? Давайте смотреть. Так, два биолога, один рабочий. Прекрасно. Просто прекрасно. И рабочий сразу отправился в шахту. Ну, добро, добро. Это хорошо. Так, биологов еще поуменьшим тогда. Вот так вот, 70 на 30 сделаем. Все-таки рабочие сейчас важнее. Медик есть у нас. Все, пускай трудятся. Так, в шахте у нас рабочий есть. И эти за станками. Вот теперь уже полегче. Уже будет полегче.
По крайней мере, металл у нас начнет прибавляться. Так, а торговцы? Да, торговцы приглашены, но пока что-то никто не прилетает. Я бы вот пластик обменял немножечко на металл. Так, престиж растет потихонечку. До идеала далеко. Да и за весь летсплей навряд ли мы достигнем такого, потому что это бесконечное количество серий. Однообразных причем. Так. А куда ты, дядька, пошел? Испугался. Испугался сразу. Зашел назад. Хотел свалить куда-то. Что-то схимичить. Не дали. Не дали. Так, а что вы, друзья? Ну вот чуть-чуть же 1% недопроизвел металла. Нет, бедолага, сушняк его замучил. Сейчас хавать пойдет еще. Фу, смотри, как в воду глядел. Так, как в воду глядел. И надо бы нам столик здесь еще один организовать. Я так думаю, пластик есть. Так, вот такой большой же встанет. Да, вполне. Оп. Так, кто у нас прибыл? А вот и торговец. Барыга, легок на помине. Торговый корабль приземлился. Ох ты умница, привез мне металл. Так, 60 комиссий, ну ты не умница, конечно. Барыга он и в Африке, барыга. Но придется этот металл у него конфисковать, забрать, то бишь. 72. 7 единиц пластика отдать. Офигеть. Даже 8. Ну тогда деньгами. Тогда деньгами мы с тебя возьмем. Вот так вот. Торгуем. Да знаю я, что у нас закончились запчасти. Сейчас они появятся. Не переживайте насчет этого, уважаемый Хаттабыч. Я его Хаттабычем называю, потому что его не видно, но нам что-то вот подсказывает все время. Джин, короче говоря. Если кто из вас играл в игру Stronghold, Цитадель, Цитадель Крестоносцы, то там вот закадровый такой голос говорил, там не хватает дерева, не хватает камня. И в игре он в меню назывался как Джин. Ну, я его звал Хаттабыч. Вот и здесь, поэтому я вот эти все подсказки называю Хаттабыч. Так, так, так. Ой, все плохо. По запчастям все плохо. Так, медикаменты. Есть пока, лабораторию нам не нужна. Так, а вот интересно, стойку для синтезатор ткани. Ее биолог делает или кто-то другой? Вот я не помню. Давайте-ка поставим ее. А? Так. Пускай будет. Тоже будет у нас, как говорится, дополнительный источник пищи. Потому как одними овощами сыт не будешь. Ну что-то эти биологи слабенько как-то справляются. Так, что у тебя тут еще? Два пластика ждешь? Ну, блин, прилетел бы ты попозже, я бы тебя отправил кое-куда с такой комиссией. Пользуешься чужим горем, да? Ладно, как говорят, весна придет, говно всплывет, извиняюсь за выражение. Прилетишь ты еще к нам, получишь отворот-поворот. Все вот это вот за 3 металла, за 3 несчастных металла. Ужас. Ужас. Так. Нет. Мы лучше поставим турбину. Я так думаю. Ветрогенератор. Так, 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 так. Стоять. Сюда. И большой хочу. Так, становится здесь прекрасно. Отлично.
Вот так вот. Металла нам, конечно, нужно 5 единиц. Но... Так, куда ж ты, родной, на склад его-то понес? Валенки. Так, давайте уже быстрее тащите куда надо. А то уволю нафиг. О, зашуршали, зашуршали. Как муравьи, действительно. У нас закончились запчасти. Что вы говорите? Сами придумали или кто подсказал? Так, давай еще один металл по-быстренькому забалабась. Куда свалил? Негодяй. Так, а то энергии слишком мало. Не вытягивают наши. Построим вот этот ветрогенератор, тогда мелкий снесем нафиг. Построил. Отлично. Кто-то там приземлился. Так, что тут? Два рабочих пришло, да? Два рабочих прибыли. Отлично. Так, ну теперь, я так думаю, баланс можно возобновить. Так. 50 на 50. Не знаю, инженеры. Ну, пусть будет 10%. Вот так вот. Пусть вот так вот будет. Медики, охранники нам пока не требуются. Так, давай, родной. Давай, возводи стеллу независимости. Вот так вот. Ай, молодец. Отлично. Отлично. Все, запчастей ты не дождался, в будку. Один металл, да, хочу. Блин, а за соединение не возвращают, елки-палки. Несправедливо. Так, запускаем эту требуху. Пускай запчасти производят. Вот эти-то нужно еще немножечко поддержать. Так, мы поставим пока здесь приоритет, наверное. Чтобы они шевелились получше. И побыстрее, побыстрее, побыстрее. Побежал, побежал, побежал. Раз, два, раз, два, раз, два. Пока... Опа! Фух! Пронесло. Метеорит повлиял на соединение. Стоп, так это мы, друзья. Фух, тут аккумулятор полный. Сейчас бы остались без электроэнергии и без воды, если бы наш экстрактор вырабатывал меньше, чем надо. Так, экстрактор надо где-нибудь там воткнуть. Так, вот, кто-то костяшку сломал уже. Кровать. Да. Так, трудимся, трудимся. Работаем. Еще кто-то костяшку сломал. Мест нет. Так, еще прилетели, да? Так, стоп. Кто это такие? Рабочий. Да, блин. Как же тебя поймать-то, а? О, и рабочий. Хорошо. Хорошо, что у нас по кислороду. Опа. Так, пока колонисты. Отдыхайте. Так, 7 рабочих, 6 биологов, 2 инженера. Ну, пока нормально. Пока нормально. Так, что у нас тут? Почему не работаем? Негодяи, негодяи. Так, пластика хватает. И биологи у нас есть. Давайте-ка еще стойку крахмалистую поставим. Вот так вот.
Так. Здесь тогда еще один фонтанчик, наверное, надо будет воткнуть. На будущее, когда сушняк начнется, может быть поздно. Так, только сюда, да, становится? Ну, хорошо. Пусть сюда становится. Место тоже будем экономить. Так, так. Лазарет. Перенести не получится. Там сейчас лежит кто-то на кровати. А где медик наш, а? Дрыхнет, что ли? Инженер. Медик. Ну, медик. Услышал. Услышал. Не успел я на него поругаться. Пока бежал к нему, вся злость прошла. Так. Ну давай бегом, человек уже сколько ждет, а? Схватил свой чемоданчик, пошел лечить. Стойка с картофелем построена. Хорошо. Так, а где-то у нас еще там был со сломанной? Или уже самовылечился? Так, у нас закончились запчасти. Ну, сейчас будут вам запчасти. Что же вы орете-то, уважаемый Хаттабыч? Так, ну да, панель-то совсем плохая уже. Так. Так, лазарет. Лазарет, лазарет, лазарет. Куда бы его поместить? Вот сюда вот, наверное. Дальше-то все равно у нас ресурсы пойдут. Так. Только теперь уже не мелкий, а вот такой. Так, ну нет, я хочу, чтоб с тем соединился он. Да или какая разница, собственно говоря? Разницы, собственно говоря, никакой. Пускай с этим соединяется. Как раз вот здесь лаборатория медикаментов будет. И раз, лазарет. Я считаю, нормально. Вот спальню надо бы перенести, потому что здесь производство, шумят. Спальню куда-нибудь тоже вот сюда вот воткнуть. Так, ну давайте, шуршите, шуршите. Опа, стоп. Как это мало энергии. А-а-а. У нас ветра нету. У нас панели. Ага. Да, действительно. Мало энергии осталось. А ветер не думает подниматься, да? Так, ну эту панель сейчас починят, может. Да нет, не вытянет. Не вытянут панельки эти. Так, а что мы можем отрубить пока? А пока ничего мы не отрубим. Вот оно как. Если только эту. 4,5 потребляет. Ну. Так, два из которых потребляются стойками, компонентами. Нехило. Так, ага, ветерочек подул. Ну, вот как-то вот все равно вот. Как-то не очень он дует. Да, надо, конечно, панель ставить побольше. Так, стоп. У нас есть один металл. Давайте-ка еще один станок влепим. Рабочий-то у нас сейчас более-менее есть. Вот так вот. Руда как бы нехило производится, вроде бы. Вроде бы. Вот не успели они сюда металл
перетащить? Или успели? Нет? Куда они, интересно, его быстрее понесут? А, он у нас вот где. Поэтому и не получится сейчас построить. Ну, запчасти нам нужны. Запчасти нам нужны, кто бы спорил. Блин, да где же ветер, а? Посмотрите, что творится. Сейчас начнется кризис. Так, вырубаем все нафиг. Так. Ну вот уже лучше. Смотрите-ка, воды. Вода тоже. Поставили мы стойку дополнительную, вода. Надо строить срочно еще один экстрактор. Так. Что у нас тут? Эх, на 1%. Ладно, позволим доделать, наверное. Запчасти позволим доделать. Так, кто-то там со сломанатой ногой лазит. Блин, не даете экономить совершенно. Ух ты, плавильню построили, ну надо же. Однако. Так, все, запчасти закончили делать. Отлично. Ух, где шарахнуло. Блин, да где же ветер, а? И солнышко заходит. Ну, замечательно. Просто отлично. Так. Все, вырубай нафиг это дело. Так, сейчас будет ай-яй-яй. Так, что они все спать хотят? Спальня. А без света спать мы не можем, да? Бедолаги. Офигеть. Ну нету тут электричества. Ну, зашел в темноте, да уснул. Вон, все кто жрать, кто спать, кто. Ужас. Это ужас какой-то. Так, ну пошла потихонечку энергия заряжаться. Давайте хоть кухню им включим, что ли. Жрать-то тоже, вон, смотрю, хотят. Так, еды пока хватает. Ветер. Ветерок. Подводишь. Совсем подводишь. Так. О, как стол пригодился, однако. Так, давайте уже быстрее. Не, ветер издевается явно. Чуть-чуть появится и вниз. Какой-то тихий ужас. И вот бурь здесь нету песчаных. Зато за кадром, пока я играл, вспышки были. Так, пошел ветерок. Да ну нафиг. Вот. Ну что такое? Так. Ну набирай обороты. Мне что, самому в экран залезть, подуть на тебя? Опа! Куда бабахнул? Рядом, совсем рядом. Так, Хоттабыч, не зли меня. Так, ну солнышко. Панельки. Поворот.
Так, что у нас по еде? Ай-яй-яй. С едой совсем все плохо. С растениями совсем все плохо. Биологи за работу. Так, что там? Все нормально. Можно включать все. Кроме вот этого. Так, а вот это у нас. Это нам надо, интересно. 4 лекарства осталось. Ну пусть попроизводит немножко. Так, вот отлично все. Так, надо бы еще один аккумулятор вляпать. Да нет, не аккумулятор, наверное, а солнечную панель все-таки. Или аккумулятор. Да пока ни то, ни другое. Металл опять. Опять металл нужен. Хавки нету. Так, ну биологи сейчас эту ситуацию поправят у нас. Я надеюсь. Так, ну и сюда наконец-то начали таскать. Сейчас будем переносить лазарет. Построю я потом там шлюз. Вот это все будет убираться. В общем, на сегодня, наверное, будем заканчивать. База у нас немножечко видоизменилась. Наладили мы поставку. Поставку, говорю. Пригласили, в общем, колонистов. Вот. В следующей части будем развивать наши энергоресурсы. А на сегодня все. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И прилетел к нам торговец. Так. Это мы сейчас посмотрим. Опа. 35 комиссий. Ну, блин, как же вы все время не вовремя прилетаете-то. Помидоры ДНА. Нечем мне тебя отблагодарить. Друг ты любезный. Нечем абсолютно. Разве что у тебя металлу тырануть. Так, это забери. 40. Ну, вот так вот как-то. Все, будем торговать. В общем, третья попытка. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем всего доброго.